Да, вот тебе и здрасте. Съездили. Погодка. Совсем. Совсем-совсем погодка не очень. Все, мама виновата. И зонтика нету. Хоть прям в кафе иди. Император. Прикольный. Лаунж. Лаунж. Музыка, бар, все дела. Это второй этаж. И народу никого. Огонь. Поднимемся. София заняла место. Отлично. Специальный теплоход для нас. Это супер. Никого, никого. Вообще никого. Че, классно? Куда он отправляется ориентально? Называется Нижний Новгород. Поплавал? Да, я тоже посмотрел. Как думаешь, поплавал бы ты в таком Нижний Новгород или нет? Поплавала бы. Поплавала бы, да, ты на нем. Ну давай, плыви. Все, погуляли, прекрасно покатались на самокате. София, мама не согласилась, мама сказала, что нет, я боюсь, все уже устали. Конечно. Мама, мама особенно устала. Нет, не 15 минут, мы уже здесь уже давно уже тусим. Ну что, девчонки, что, понравилось? Конечно. Ну вообще, да, мне тоже понравилось. Все, тогда поехали домой. До свидания. До свидания.